В Мали совершено нападение на популярный у западных туристов курорт, расположенный к востоку от столицы Бамако. Погибли 2 человека. Преступники, вооруженные автоматами, устроили стрельбу и захватили заложников. На место происшествия немедленно направились малийские и французские военные. Силовикам удалось освободить более 30 человек. 4 нападавших ликвидированы, передает агентство «Франс Пресс». В причастности к теракту подозревают джихадистов.